На календаре 7 июня, пятница, а это значит, что пришло время полистать первый в этом году летний номер Одинцовской недели. Давайте вместе посмотрим, что произошло в округе за последние 7 дней. У Василька новоселье, построенный более полувека назад детский сад номер 55 в этом году кардинально преобразился. Каким он встретит в сентябре ребят, рассказываем в газете. Доход муниципалитета вырос в 2 раза, к нам пришло более 2000 медицинских работников, а еще отремонтировано 260 километров дорог. И все это за 5 лет. Глава округа отчитался о проделанной работе и заступил на новый срок. В краю пушкинского детства состоялся праздник в честь 225-летия великого поэта. По традиции в усадьбе Захарова прошли мастер-классы, викторины, конкурсы чтецов, спектакли и концерты. Ну а мы не могли не спросить у одинцовцев о любимых произведениях творца Золотого века. Ну как вам сказать, ну я не знаю, ну Пушкин остается Пушкиным. Руслана, Людмила тоже, ну меня Людмила зовут. Дети в последнее время очень любят сказку о рыбаке и рыбке. И о работнике балде, о папе и работнике его балде. Очень любят прям повторять, картинки рассматривать, да. Ну, мне очень нравятся его произведения, они очень интересные. Я не знаю, каждое произведение, которое я читаю, оно очень чувственное. У каждого свое настроение, так сказать. В настоящий город профессий превратился парк культуры, спорта и отдыха. Вот так там отмечали День защиты детей. Палеонтологи, спасатели, агрономы и художники. Какие профессии больше всего приглянулись юным гостям парка? Ответ уже в статье. Эти и другие новости уже ждут своих читателей в свежем номере Одинцовской недели. Бумажный вариант газеты можно взять на наших фирменных стойках, а электронный прочитать на сайте. С вами была Олеся Лукина, до встречи на ОТВ.